Hello, welcome to the Spotlight 5, and I want you to open your cookbooks and write down the date. Today is the 28th of September. Today we are going to get ready to the test number 1 of the module 1. Open your books at page number 34. Today's lesson's objectives are to revise verb to be, to revise verb to be in affirmative, negative, and question, and also to revise the words from module number 1. Приветствую всех на курсе Spotlight 5. Сегодня мы с вами будем готовиться к проверочной работе номер 1 по первому модулю. Я хочу, чтобы вы записали дату и открыли учебники на странице 34. Цель сегодняшнего урока – повторить глагол to be, повторить глагол to be в утверждении, отрицании, вопросе. Также мы с вами будем повторять все слова, которые мы прошли по первому модулю. Я надеюсь, что вы готовы. И поехали. При необходимости я вам рекомендую делать паузу и записывать. Okay. First of all, we should check our homework. You've got your homework. Your homework was to fill in the right form of the verb be. And then to answer the question, what is David's favorite subject? Дома вы должны были на предыдущем уроке, я вам задал задание, заполнить пропуски правильной формы глагола to be. Либо am, либо is, либо are. Давайте сначала посмотрим и вспомним, когда мы говорим am. Am у нас употребляется с местоимением I. I am. Я являюсь, да? Is употребляется в третьем лице с местоимениями he is, он, she is, она, it is. Это по отношению к предмету либо к животному. Форма глагола to be are используется со всеми местоимениями во множественном числе. Это we are, мы, you are, вы и they are. Как вы помните, местоимение you на английском это то же самое, что и ты и вы на русском. Мы помним, что в английском языке есть всего лишь одно местоимение you. Итак, посмотрим. Let's read the letter. Dear David, hi, how are you? I'm fine. Посмотрите, в первом случае мы выбрали am, так как местоимение I. Но мы видим, что I am стоит в сокращенной форме. I'm fine. Следующее предложение. I am at my new school. У нас также речь идет о местоимении I, я, поэтому мы выбираем am. Пишем в сокращенной форме I'm at my new school. Я сейчас в новой школе. Дальше. It's far from my home, so I can walk there. Посмотрите, местоимение указано it, а мы помним, что it – это is. It работает is. Пишем в сокращенной форме, получается it's. It's far from my home, so I can walk there. It имеется в виду школа. Она находится далеко от моего дома, поэтому я хожу пешком. Значит, здесь опечатка. Посмотрите, ребята. Если дом находится далеко, он не может ходить пешком. Значит, мы должны были здесь написать в отрицательном. Я надеюсь, что вы правильно сделали. В отрицательной форме is not сокращенно будет isn't. It isn't
far from my home, so I can walk there. It isn't. Okay. Идем дальше. It's very big and it is great. Мы ставим здесь is, опять же, потому что речь идет о местоимении it, о школе. Она очень большая и классная. Great, да? Опять же, местоимение it, поэтому здесь идет is. I like my classmates. Я люблю своих одноклассников. Они мне нравятся. И дальше читаем. They're very friendly. They're. И это у нас сокращенно от they are. Они очень дружелюбны. I'm in class 5B. I'm in class 5B. Понятно, мы об этом уже говорили. Местоимение I, значит, форма глагола to be, am. We have 5 lessons every day. У нас по 5 уроков каждый день. The lessons aren't very difficult, so I have a lot of free time. Смотрим. The lessons aren't. The lessons – уроки. Значит, это будет местоимение they. They. Уроки. Difficult – это значит трудный. Very difficult – очень трудный. So, I have a lot of free time. Поэтому у меня много свободного времени. Но если много свободного времени, значит, мы должны здесь поставить отрицание. Предметы не очень трудные. И это будет the lessons aren't very difficult. Идем дальше. My favorite subject is math. Предмет один. Речь идет о местоимении it, subject, поэтому выбираем is. My math teacher is very nice. Речь идет об учителе, и поэтому опять же is. What about your school this year? Best wishes, Sasha. So, what is David's favorite subject? Какой любимый предмет Дэвида? David's favorite subject is math. That's right. Okay. I hope you all have done your homeworks. And let's see the next. Я надеюсь, что вы все сделали правильно. И идем дальше. Следующее. Вспоминаем артикль an. Look at the screen. A ruler. An eraser, an atlas, a pen, a classroom, a textbook. Вспоминаем правильно, когда мы ставим «э», а когда «н». Мы ставим артикль «э», если первая буква существительного идет на согласную, начинается согласной. Тогда мы говорим «a ruler». А если слово начинается с гласной, то вы ставите an eraser, an atlas. Я хочу, чтобы вы сделали упражнение номер 2, страница 34, упражнение номер 3, страница 34. Поставьте видео на паузу и выполните упражнение. Okay, let's go on. Practicing pronouns, personal pronouns. Now you should replace the words in bold with the correct personal pronoun. Теперь ваша задача перефразировать слова на безличное местоимение. Например, первое. John and I are 10 years old. Джону и мне 10 лет. Джон и я – два человека. Это мы, местоимение we. Можно по-другому сказать. We are 10 years old. We are 10 years old. Number 2. The pencil is on the desk. Карандаш лежит на столе. Карандаш – это предмет,
карандаш один, значит местоимение it, по-другому значит предложение it is on the desk. Number three. You and Clara are classmates. Ты и Клара одноклассники. Ты и Клара, значит местоимение вы. You are classmates. Number four. The lesson is in room B. Урок в кабинете B. Урок – это что? Значит, мы ставим местоимение it. It is in room B. Записывайте в тетрадь, ставьте на паузу и записывайте. Следующее задание – это у нас три типа предложений с глаголом to be. Утверждение, вопрос, отрицание. Мы здесь вспоминаем, как задать вопрос, как отрицать, как давать краткие ответы, утвердительные и отрицательные. Смотрим на упражнение. You see one, two, three, four, five pictures. And you see some words. Your task is to make a question and then to give an answer. And if it is not correct, you should correct and give the correct, the right answer. Ваша задача – составить вопрос, дать краткий ответ. Если неправильная картинка, то исправить. Например, мы видим school – школу, и слово classroom – кабинет. Значит, мы должны задать вопрос – это кабинет? Кабинет – это местоимение it. Значит, мы делаем вопрос. Is it a classroom? Обратите внимание, уже здесь они поменялись местами, так как это вопрос. Формы глаголов to be, is, are.